В Испании перед судом предстали четверо предполагаемых террористов, подозреваемых в совершении серии атак. Напомню, что всего, по данным полиции, в ячейку входили 12 человек, в живых остались только четверо. Пятерых уничтожили после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор имам Абдель-Баки Ас-Сати, погибли при взрыве в доме в Аль-Канаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, совершивший наезд на пешехода в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абу-Якуб, был ликвидирован в ходе спецоперации накануне. Тем временем в Барселоне, в районе улицы Рамбла, мусульмане не прекращают демонстрации. Более 2500 человек держат в руках плакаты с надписями «Мы тоже жертвы, и у терроризма нет религии».